Итак, приехали на очередную рыбалку. Будем рыбачить на спиннинг. Вот такие вот просторы у нас. Дальше все вам покажу. Будет интересно. Вот такие вот просторы у нас. Красивые. Батя он рыбачит на спиннинг. Вот такой вот ручей впадает в Иртыш. Че, батя, клюет что-нибудь? Ничего. Пока ничего не клюет. Но как поймаем, так покажем сразу. Итак, вот забросили. Забыли воду питьевую дома. Но это не беда. Мы наберем очень и очень чистой водички с этого ручья. Холодненько. Будем пить ее. Вот так вот. Не утонуть бы тут. Блять, отключусь пока. Итак, вот. Набрал водички. Вот так вот. Сейчас буду ее пить. А, бля. Лучше всякой магазинной воды. Поверьте мне. Итак, прорыбачили на спиннинг целый час, ни одной поклевки. Решили ехать домой. Бывает и такая рыбалка, когда не клюет. Но ничего страшного, зато полюбовались природой, подышали свежим воздухом, получили много эмоций положительных. Батя он позагорал. Я уже обгорел, поэтому я не загораю. Вот так вот, ребята. До новых встреч. Дальше видосы будут только интереснее.